Не спадай, не спадай, само. Леша, Леша. Сейчас спешим. Помоги. Спокойно, спокойно. Да, да, да. Эй! Браво! Леша! Комментарий по игре. Результат важен на сборах? И насколько остались довольны тем, что увидели сегодня в игре? Ну, сегодня очень много факторов таких влияло на игру. Последняя игра на сборе еще в день отлета. Поэтому это всегда такое двоякое впечатление. Понятно, ощущение ребят. Ну, первым таймом более-менее доволен. Вторым, конечно, нет. Ну, надеюсь, что это связано с усталостью моральной, в первую очередь, ребят. А что касается важности результата, нет. Главное, качество было игры. В первом тайме оно более-менее присутствовало, во втором, конечно, нет. Все, что запланировали, мы сделали. В принципе, все хорошо. Ребята выдержали нагрузки, это самое главное. Никаких повреждений не было у них. Отыграли игры хорошо. Поэтому все, что мы планировали, все по графику пока идем. Да.